Всем привет! Меня зовут Лена, и я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня я хочу вам предложить один из вариантов своего ужина. Для этого мне понадобится кабачок. Уже у меня пролежал в холодильнике достаточно долго. Это укроп, это перец. Перец был купленный по акции. Он из разряда по-богатому, но повезло. Лук, куриный фарш. И вместо яйца я сейчас начала добавлять усердно псиллиум. Я беру фарш. К нему добавляю лук. Кабачок. Укропчик. Возьму пол столовой ложки псиллиума. Он будет и как желирующее, скрепляющее. Также это клетчатка, полезно. И добавлю буквально щепоточку, немного сольки. И все это перемешаю. Теперь беру фольгу. Конечно же, вы можете использовать не обязательно такой перец, как у меня. Можно и обычный болгарский. Но захотела так. Выкладываю ложкой. Начиняю свой перец. Такой ужин полезный и белковый. И смотрите здесь. И овощи есть. Ну, в общем, три в одном. Смотрите, как его много получается. Голодные мы точно с вами не останемся. Вот так вот. Вот. И у нас будет просто запеченные овощи вместе с фаршем. Беру. Запаковываю. Вот так вот. Делаю такую корзинку. Немножечко добавлю воды. Вот сюда. У меня будет просто тушиться. Все. Отправляю свою корзинку в духовку. Духовка уже разогрета на 185 градусов. На 25 минут это все идет в духовку. Вот такая красота получилась. Смотрите. Бомбический ужин без вреда для фигуры. Смотрите, все пропеклось. Все очень и очень вкусно. Кабачок пропекся, лучок, фарш. Приятного аппетита! А я приглашаю вас подписаться на мой канал, поставить лайк, нажать колокольчик, чтобы не пропустить мои новые и свежие видео.